в каждой поездке мы все время занимаемся. Я учусь в школе, где английский язык мы изучаем. И еще в музыкальной школе. Играю на фортепиано и пою. Это очень хорошая вещь. На ней можно работать и на живую, и очень хорошо работать. Записывать хорошо на ней. Записывать хорошо. А теперь, Данилка, дай мы... Ну, я на барабане, там все понятно. Нет, не все понятно. Есть же машина, которая изображает барабаны. Ты знаешь такой инструмент, который дает всю ритмическую основу? Ну, клавиши они тоже там могут барабаны повторить. То есть на клавишном инструменте воспроизводится ритм барабанов? Ну да, тоже это можно. В чем заключается твоя функция как барабанщика? Вот какой ты ритм отбиваешь на своих барабанах? Как какой? Вот. Какую часть ритма ты отбиваешь на барабане? На электрон. На электрон больше, хорошо, молодец. Певцы пользуются таким приемом. Изучают западные записи западных исполнителей и пытаются копировать их. Манеру исполнения. Вот ты делаешь такое или нет? Ну, с кого-то обязательно нужно снять что-то. Ну, немножечко хотя бы. Ну? Вот я, например, там, ну, несколько движений с Майкла Джексона повторю. Ты имеешь в виду движение или пение? Движение. Пою я по-своему. Ну, а кто же тогда, кого тебе больше, чаще всего хочется копировать голосом? Наверное, вот, было у меня лет 5. Я услышал такую песню, ее поет Стив Вандер. I just call. I just call to say I love you. I just call to say my love's your friend. Работаем, стараемся помогать им во всем. Just got.